Наша дружная семейка выдвинулась на поиски еды. Сегодня суббота. Вчера папа задирался на работе, мы не успели скупиться, потому что у Кирюшки болела ножка почему-то. Вот. И он отказался выходить на улицу вообще. Поэтому вчера мы клеили домики и провели весь день дома. Ай, сегодня мы вышли на улицу. Боже, какая красота. Свежий воздух. Чистый, свежий, классный. Какой прохладненький чуть-чуть, но не холодный. Погодка у нас хорошая. Поэтому мы сейчас скупимся. Потом, наверное, зайдем на площадку, поиграем. Посмотрите, сколько здесь всего для рукоделия. Там для рисования, для вязки, для декора. Вот это вот все. Мы возвращаемся с магазина. Папа с Кирюшей нагруженные. И еще немножко в коляске. Погода сегодня прекрасная. Папа с Кирюшей понесли покупки наверх, а мы с Аней ждем внизу. За нами спустятся потом. Буду готовить сейчас суп с фрикадельками, пацаны заказали мне. Вот, сегодня в Алди мы купили мясо с 30% скидкой. Они здесь его не морозят. Поэтому, ну, к выходным иногда вот так вот бывают акции. Они скидывают по 30%. А мы морозим. Поэтому мы взяли две упаковки. Так оно стоит 2,50 за 400 грамм. Ну, а так получается на 75 центов дешевле. Что, в принципе, выгодно очень. Ну все, за нами уже спускаются. Были в акционе. Купили Кирюше на Хэллоуин вот такой вот костюм. У нас будет графом Дракулой. Купили ему два таких робота. Папа сказал, что он сам с такими играл. Поэтому вечером у пацанов день роботов. Аньке купили тапки. Именно вот как тапочки такие плюшевые, не знаю, они такие магусенькие, классные тапки. Зимой, я думаю, ползать и ходить будет отлично. Пакеты на завязке. Это мы у нас повесим на окошке. Вот. Это в домике, в свечечке. Ну, в общем, везде. Из кучи остальные свечи. Здесь папа себе купил. Две папки для организации документов. Это хэллоуинские конфетки. Вот такие, Аня. Эти на палочках, а эти вот шоколадные. Конфетульки. Вот это такой вот набор Деда Мороза в домике. Вот тут бирки. А это вот такая вот штука. Правда мило. Мило-мило. Купили еще одну сушилку. Вот у нас одна здесь уже работает. Вот, а эту повесим или в ванной на батарею, или у малого будет, когда надо что-то будет подсушить. Хотя, ну и папа купил себе файлики, органайзеры. Мне нравится. Конечно, нравится. Пока не спрятала, покажу, что мы купили. Это свиные шницели, свиной фарш, говядина. Вот это 30%. Стасик захотел суши. Шоколадка с огромными орехами. Конфеты ментоловые, кокосовые, внутри с шоколадом. Вот так вот это выглядит. Бананы. Это какая-то мясная закатка. Мы не знаем, что это. Решили попробовать. Стас захотел стейк. Тут два стейка. Вот, две пиццы с ананасом и ветчиной. Хавайи называется. Часто бананов. Это какой-то вот десерт. Тоже мы такое еще не пробовали. Стараемся брать, пробовать всякие интересности. Вот,
апельсин, морковка, манго, смузи. Это банан, клубника, смузи. Оливковое масло, амарула. Мы решили пока она по скидке взять еще бутылку. Водичка, томатная паста, это творог, я хочу попробовать, взяла нежирный. Мука, овсянка, помидорки. 2 килограмма яблок, капуста, дынька, морковка, картошка, малинка, клубничка, 4 огурца, лук, салатный микс, это тоже помидоры. И груша. Ну вот и все, что мы купили. Вот. Вот такие вот покупки у нас. Ну, я думаю, на неделю хватит. Еще вот купили такой набор всевозможных ниток, если что-то надо зашить. И папа еще купил вот себе такие вот всякие резинки, прокладушки, тоже такое, что надо иногда вот, но бежать за ним в строймагазин очень далековато. Разбор рекламы. Кому что? Ани пакетики, Кирюшке ненужные газетки. Ну, мне не нужны, ему, конечно, очень нужны. А соседка взяла на сербском букве. Вспомнить. А? На русском? Не тебе нужно? А кто это у нас здесь такой? Граф Дракула? Вампир? Ты можешь что-нибудь сказать? Не могу. Можешь? Могу, могу. У тебя столько зубов? Угу. А шаги у меня есть. Да, а. Мы купили киршетовый костюмчик. Он у нас теперь граф Дракула.